Итак, всех приветствую, мои дорогие друзья, подписчики на нашем YouTube канале. У нас очередная посылочка сайта AliExpress. Их здесь две штуки. Зашел, забрал новую Укрпочту. Сейчас их вместе с вами распакуем и посмотрим. Вы в это время не забудьте подписаться, поставить лайкосик, написать комментарий, нравится, не нравится вам. Так что открываем первую посылочку. Здесь у нас там что-то у нас, что-то там у нас где-то. Ага. Там у нас какой-то лак, походу. Так, вот такой маленький тюбичек. Лак. Все написано по-китайски здесь. Ну, это у нас, по-моему, лечебный лак для ногтей, там катикул. Как оно там, ну я, честно говоря, не сильно разбираюсь. Заказывала супруга. Вот, в принципе, на бутылочек никаких надписей. Сколько там миллилитров тоже не видно. Ну, вот такая у нас одна посылочка. Небольшая. Так, посмотрим, что там у нас еще. Ничего больше нет. Посылочки нету. Так, следующая наша посылочка. Которая вместе с вами. Ссылочка на этот товар будет в описании. С фотографией. Стоимость вы увидите в фотографии. Что, посмотрите видео до конца. Проблема закрывается. Снимаю сегодня по старинке. Это фотоаппаратик наш. Так, здесь у нас вот так. Что-то такое. А, все. Все, это мне просили заказать. Просили заказать. У нас здесь. Вот такие вот шаблоны для того, чтобы рисовать ресницы. Ой, не ресницы, а брови. О, извиняюсь. Так, сейчас мы их откроем. Вместе с вами их посмотрим, что у нас тут. Вот. Так вот. Так, какие у нас тут брови. Это... Не все одинаковые. Так, ну, то 10 номер. Что они все там. Что-то не хочет фокусироваться. Какие-то там всякие номера. Такие вот тоненькие. Я думаю, будет, честно говоря, пожестче. Ну, такая вот у нас трафарета для рисования бровей. Приложишь для бровей и рисуешь. Это мне попросили заказать. Вроде бы у нас все тут целенькое, их здесь очень много, должно быть, по идее 50 штук, что ли, если я не ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь, так что будет. Ну вот я вижу, у нас, по-моему, сколько там, какая-то 05, 06, я не помню, там будет. Смотрите, переходите в описание, смотрите, стоимость что-то этого товара тоже такая вот, до 1 доллара, по-моему. 27, что там, 30 гривен, я не помню. Будет там ссылочка в описании. Заходим, смотрим. Видите, товар приходит. Такой вот. Я не знаю, или тут, конечно, размеры. Да. Так, а вот здесь, видите, здесь вот. Я тут на этом примере покажу. Тут вот, видите, вот, тут тоже плохо видно. Так, вот тут такого размера. Вот видите, более изогнутый. Здесь прям больше, более такой изогнутый. Ну, такие вот у нас посылочки с сайта AliExpress. Подписываемся, ставим лайки, пишем отзывы. Всем пока, до новых встреч. Бай-бай. Итак, всех приветствую на нашем канале. У нас очередная посылочка с сайта AliExpress. Сейчас вместе с вами ее распакуем, посмотрим, что здесь у нас. Что здесь интересного пришло. В это время поставьте подписочку на мой канал. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы увидеть мои следующие видео. Сейчас мы это откроем. Получится быстренько. Я сломался мой штатив. Оказался другой.
подарить пакетик. И сюда пришли вот такие вот лампочки. Китайцы ставят плюсик за эти пакетики. Целенькие мы их прилично использовать. Здесь у нас лампочки. Он покупал их. Я не буду говорить, не знаю, не помню. На чугу или на лицо. Так вот такие у нас тут светодиодные. Фонари на один контакт. Надписей никаких нету. Насколько не бой. Вот. Такие вот. Перед этим я заказывал другие. Все рабочие, отлично. Отлички более подешевле. Более по качественно сделано. Так что может сниму видео, где я их буду тестировать, если получится у меня, и найдете как их протестировать. Так что подписываемся на канал, ждем новых видео на это AliExpress. Не забываем подписаться, писать комментарии. Всем пока, до новых встреч. Так, всех приветствую на нашем канале. Не забываем подписаться, ставить лайки. Только что вот на почте забрал. Снимаю на телефон. Так что прошу извинения, если качество или будет рука дрожать. Очень удобно. Так, итак, ну смотрим. Ну, в принципе, коробочка такая. Я думаю, уже все, в принципе, догадались, что здесь. Кто там смотрит. Здесь у нас стекло для Meizu 5. Откроем. Посмотрим, что же у нас тут пришло. Пришла очень быстро посылочка на данный продукт. Если в хорошем качестве все отлично, будет ссылка под видео. Сейчас мы его открываем. Ну, я думаю, тут ничего такого, если дороги не могло повредить в этой коробочке. Так, сейчас мы тут его вскроем и посмотрим, что же нам тут пришло. Ну, в принципе, что пришло, мы знаем, что у нас тут стекло для Meizu M5. Стекло 3, написано 3D. Так, как обычно, два таких вот салфеточки, одна влажная, одна нет. Так, и само стекло в черном цвете. Видите, написано Meizu. По-китайски написано, прикольно. Видите, как китайцы напишут. Первый раз вижу, что китайцы писали своими иероглифами. Вот так вот оно выглядит. Такая вот эксклюзивная надпись. Так, само стекло. Такое вот стеклышко. Бронестекло. Пришло буквально за... Ну, за полторы недельки. Ну что же, в принципе, можно больше сказать. Больше сами видите, все сами видите. Вот отблескивает. Такая вот китайская вот прикольная надпись иероглифа. Ну, 5. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся. Надеюсь, видео было для вас. Тогда сложите лучше. Видео для вас было полезным. Всем до новых встреч. Всем пока. Так, всем приветствую на нашем канале. У нас очередная посылочка с сайта AliExpress. Сейчас мы ее быстренько откроем, распакуем, посмотрим, что же там интересненько у нас есть. Так, открываем аккуратненько. Так, что там у нас? А, тут у нас упакована одна колочка. Ну, крабик такой. Кстати, заказывал вроде бы два. Ну, надо посмотреть. Не, по-моему, все-таки одну несколько заказывал. Так, вот у нас крабик. В принципе, ничего такого сверх. Естественно,
Так, пружина у нас жесткая. Тут такие вот типа всякие такие вот штучки. Видите, да, вот здесь вот там отблескивается. Пружинка у нас тут тверденькая, такая вот жесткая, думаю, волосы будет держать хорошо. Стоимость, честно говоря, смешная, тут 50 центов в долларах. Вот такая вот штучка, дрючка для волос. Так, ну что ж, всем спасибо за внимание, до новых встреч, не забываем подписаться, ставить лайки. Всем пока. Thank you.